Этим утром вьетнамские газеты выходят заголовками, радующими сердце любого уфолога. На деревню на севере страны из космоса обрушились таинственные шары. По словам очевидцев, они услышали грохот, похожий на гром, хотя дождя не было. А когда вышли на улицу, увидели три странных сферы. В Минобороны Вьетнама озвучили крайне прозаичную версию случившегося. Это не НЛО, а космический мусор, емкости для сжатого воздуха какой-нибудь ракеты-носителя. Возможно, российской. На сферах, по сообщениям прессы, нашли надписи на русском.